Как же жестко здесь. Всем привет, это Team Rizu, и мы никуда не едем, мы летим в город Мадрид. Я припарковала свою машину около Ape Academy, и, в общем, мы, наверное, скучаем, да? Нет. По нашей машине. Только я скучаю по моей машине. Время, не знаю сколько, но мы пришли на самый известный спот в Испании. Мы пока еще не дошли вроде, но уже повсюду вот эти блоки, которые, наверное, каждый видел. Сейчас паркур делать будем. Испанский. Мы нашли одно место, где прыгнул чувак Страйт. Это вот здесь. Здесь 18 стоп. И мы даже не могли в это поверить. Мы посмотрели Storm Free Run видос. И тут реально чувак прыгнул вот отсюда. Вон Страйт. Туда. Страйт. Всем привет, это второй день, и каждый раз, когда я вижу какие-то споты, я удивляюсь и говорю, что это одни из самых лучших спотов, которые я видел, но это, Саня, пойми. Тут вода, тут не было воды. Прыгай в воду. Горох и сказала слово. Если честно, мы были уверены, что здесь никогда не бывает воды, и мы здесь навалим жести, но оказалось, что воды нет только зимой, и то пару месяцев всего, и летом здесь полноценный фонтан. Так что давай еще раз. Комбо.
Нормануль! Жека, ты паровозиком? Ага. На арену выходит команда по скелетону. Ризу Проджект. Сегодня третий день пребывания в Мадриде, и вчера я удивлялся крутому споту, и позавчера я удивлялся крутому споту, и сегодня я удивляюсь снова новому споту.